Слушайте, у меня, по-моему, то видео не записалось. В общем, я перешел на другую сторону. Сейчас вам опять все покажу. Значит, Окленд выглядел когда-то вот так вот. Такая деревня. Это вид на кладбище. Конечно, сейчас все преобразилось, все стало совсем по-другому. Обратите внимание на вот этого человека, капитан Вильям Хобсон. Это был первый генерал-губернатор Новой Зеландии. А генерал-губернатор, собственно говоря, ставленник королевы или короля Великобритании. И он покоится здесь, его останки здесь, на этой стороне кладбища. Тоже какая-то старая могила, аж 1858 года, представляете себе? Осторожно, мокро, скользко, когда мокро. Вот она, могила Вильяма Хобсона. To the memory. В память Вильяма Хобсона, капитана королевских войск, первого губернатора Новой Зеландии, кто умер в Окленде 10 сентября 1842 года в возрасте 49 лет. Вот это вот его могила. Здесь такое памятное место. Здесь вот табличка со всеми теми, кто похоронен на этом кладбище, вероятно. Или, возможно, могилы тех, кто здесь утерян. Может, кого не нашли. Вон там какие-то работы проводятся на склоне. Ступеньки. Вот такое вот кладбище. Прямо в центре города. Вокруг дома ездят автобусы. Очень интересно. Старинное кладбище. А вот здесь Беркест. И даты 1920-1890. Да, in memoriam. В память. Вот такие вот дела. Вот такое вот кладбище. Я вам хотел его заснять. В общем, могилки стоят здесь уже по 100, по 200 лет. Очень прикольно это осознавать, конечно. И с той стороны тоже есть небольшой кусочек этого кладбища. Вот такая вот красота.